И здравствуйте, соратники. Сегодня небольшое видео из разряда ответы на вопросы. Но этот вопрос мне задала женщина, которая, как она полагает, что-то может. Но она действительно что-то может в области, как она говорит, выхода в астрал. И она там что-то может, как любая ведьма. Пардон, женщина. Женщина-ведьма, на самом деле. И не только. Так вот, она задала вопрос такой. Причем в реале. И вопрос звучал таким образом. Можно ли помочь миру, выходя в астрал? Я и поназадавал, конечно же, уточняющих вопросов, но вообще в целом меня вопрос этот немножко поставил в тупик. Потому что это наглядно показывает, что происходит в головах у различных начитавшихся, различных теорий, течений женщин. Как правило, ничего хорошего там не происходит. Полный хаос. И мне кажется, нужно это явление как-то осветить и просветить этот вопрос. Дело в том, что такая постановка сама свидетельствует о том, что человек попался на ловушку, которая заложена во многих современных религиозных, ну, на мой взгляд, это ловушка. Причем двойная ловушка. Ловушка внутри, ловушка вовне. Кто не понимает, о чем я смотрим, мои агитки, которые я выкладываю на чате, в Телеграме, видео Цельнозора. Итак, нужно помнить, что главная стратегия нашего врага – разделяй и властвуй. И поскольку враг доминирует в информационном пространстве уже очень долгое время, то нужно понимать, что альтернативы источникам, которые враг нам вываливает на голову, просто нету. То есть вся эзотерика, вся история, все религии, они на данный момент неестественно очень сильно искажены, а религии не было вообще 200 лет назад. Все, с чем мы имеем дело всего лишь с ловушками врага. И эзотерические, шизотерические и прочие течения – это тоже ловушки врага, в которые многие попадаются. Как они действуют? Вот, я немножко сменил фон, просто для того, чтобы было куда посмотреть, там, тем, кто хочет посмотреть. Но основной, конечно же, информацию я передаю устно. Так вот, главный принцип врага – разделяй власть. И именно поэтому враг хочет, чтобы у нас был полный хаос в голове и разделение, прежде всего, в голове. Она задала вопрос, можно ли помочь миру. Неважно, что делая, разделим этот вопрос на две части. Первая часть – это можно ли помочь миру. А звучит странновато, потому что что значит помочь миру? Во-первых, кто мы такие, чтобы помогать миру? Во-вторых, ну, можно ли помочь своей левой руке? Улучшить ее? Помочь своей левой руке можно одним только способом. Отрезав ее, положив на предметный стол и что-то там делая, улучшая, разрезая, импровизируя и так далее. Я думаю, это не лучший подход. Это опять же говорит о том, что мы отделяем себя от мира, чтобы ему помочь. Это просто ловушка, это ментальная шизофрения, это направление людей, которые не анализируют, не имеют критическое мышление. Очень часто женщины не имеют критическое мышление и воспринимают очень многое на веру и через эмоции. Вот именно, прежде всего, на женщин это все и рассчитано. Странная фрактальная анимация пошла. Вот вроде что-то получше. И главная суть немножко другая. Главная суть заключается в том, чтобы нас разделить, не только между собой стравить, но и внутри сделать хаос. Например, такими ловушками, которые направлены на самоуничтожение нас, прежде всего, чтобы мы самоуничтожались, кишит вся эзотерика и все религии. Из этой же серии фраза
Давайте помолимся Господу нашему. Это вот оскорбляет мои чувства верующего. Я верую в здравый смысл и в единство Вселенной. Что значит помолимся? Это опять-таки отделим себя от Вселенной. Второе, из Вселенную отделим от Бога. И вот этому Богу нужно будет какое-то... То есть остановить, естественно, какое-то взаимодействие и начать что-то проговаривать, на мой взгляд, тому, кого нет. И плюс еще сделать себе, отказаться от собственной воли и рассказывать кому-то, вот я хочу попить. Я взял, попил. Никого не спрашиваю, если никому это не мешает. А вот если у меня есть Господь какой-то, соответственно, я прошу у него разрешения. Могу ли? И либо даже ничего не делаю и жду, когда моя жажда утолится. Вот на такое вот ментальное разделение, ментальную шизофрению и направлено, собственно, все. Весь прессинг врага. Это такой ментальный прессинг. Прежде всего, чтобы мы сами себя разрушали. Сами разрушали Вселенную вокруг нас. Мы отказываемся от своей сути, от своей воли. Ну, кому лучше, понятно. Что значит выходить в астрал? Можно ли выйти, помочь миру, выходя в астрал, она спросила. Что такое астрал? Вот я вообще не понимаю. Это что, как космос, как море, какая-то другая среда, куда нужно выходить? Да, у человека есть разные тела. Условно, у меня есть костяное тело, водяное тело, ментальное, бодхиальное, там атманическое и прочее. В том числе и астральное это... Как правило, уровень эмоций. Ну, могу ли я выйти в ментал, например? То есть подумать о мыслях. Могу ли я подумать, как думать? Что за бред вообще? То же самое астрал. Могу ли я выйти в астрал? В эмоции. Подумать об эмоциях или как? Что значит выйти? Кто куда выходит? Откуда выходит? Вообще ничего не понятно. Как в этой фрактальной анимации. Вообще радуют такие вопросы, если честно. На самом деле, почему я решил ответить на это и прояснить некоторые вещи? Потому что таких вопросов их много и в личке. Я хотел бы, чтобы таких вопросов было меньше. Потому что, честно говоря, личка засранная. Отвечать всем некогда. Очень много разных. Вот подобного же уровня вопросов. Хотел бы вот какую-то хотя бы часть этих вопросов отсечь сразу. Вот смотрим. И если я вот единый со Вселенной, внутри себя, гармоничен, я взаимодействую на всех уровнях. Я живу, собственно, воздушным своим телом дышу, астральным что-то чувствую, ментальным я думаю, мыслю, следовательно, существую и так далее. Значит, если я взаимодействую со всеми телами, как я могу выйти в астрал, то есть отделить какое-то свое тело? Это опять-таки ментальная шизофрения, заставляют человека меняться, отсоединить какую-то часть от себя и потом с ней как-то взаимодействовать. То есть ломают человеческую природу, ломают все естественное, гармоничное, природное. Как женщине выйти в астрал? Да она живет там. Собственно говоря, женщина — это сплошные эмоции. Мозгов там по определению нет. Это, вот если логика пытается жить, это, ну, странновато. И мало у кого получается, мягко говоря, женщин. Поэтому как женщина может выйти в астрал, я не знаю. Но это все равно, что вот рыбка плавает в большом озере и думает, вот как бы мне попить. Вот как женщине выйти в астрал? Да она живет этим. Если женщины нет энергии, соответственно, что-то не так. Это все равно, что рыбка, которая не знает, где попить. Но это глупо. Женщина так заточена, что энергия через нее проходит. Она сама источник, родник энергии, астрала, эмоций. Все гармонизирует. Если нет энергии, значит что-то не так, нужно искать, где затык. Но это все лишь мое мнение. А вот если она начнет думать, как выйти в астрал, как почувствовать что-то, как взаимодействовать с миром, это, ну, она сразу вспоминается у меня почему-то та сороконожка, которая встала и думает, с какой ноги ей ходить. То она просто ходила, а теперь она начнет думать, какая нога первой.
Вот в такой же тупик попадают женщины, которые начинают ходить по разным школам эзотерическим, там, разным ритуальным, какие-то учения читать и прочее. Психологией, так называемой, заниматься. То есть просто пудрят себе мозги. Вместо того, чтобы жить и быстро, интуитивно получать ответы и находить решения, они начинают через чужие мозги, как бы через чужие ментальные конструкции, мужские, как правило, эзотерические школы, как-то пытаться находить ответы. То есть не жить чувствами и эмоциями, не взаимодействовать с миром, а тупо жить чужим умом. Причем чужим, именно чужим, не родным своего мужчины и так далее, а вот именно как какого-то чужого мужика. Это, ну, странно и тяжело. Печально наблюдать за некоторыми такими женщинами. Бог с ним. Ладно, таких ловушек типа «разделяй и властвуй» на самом деле очень много. Эти ловушки на каждом шагу встречаются. Именно поэтому мы... И они специально сделаны, понимаете? Это и дыхание по свишу, это и диагностика кармы по Лазареву, еще хреново туча там родноверов и прочих. Это все сделано для того, чтобы отделять себя от Вселенной, от кона, от мира, и не жить полной жизнью, жить по чужим каким-то придуманным, называемым священным книгам. Неважно, как они называются, там Тора, Веды и прочее. Это все из одной типографии 19 века. Потому что истины мы пока не знаем. Это старый добрый прием врага — спрятать истину, а ложь разделить на две части. Например, в христианстве это выглядит так. Понятие именно Бога, кона, спрятано, уведено, а вот появилось два начала, там условно созидающие, условно разрушающие. Вот один назвали Богом, а другой сатаной, и якобы вот Бог с дьяволом борется. Но это уже типа два равнозначных начала. Но сам-то Бог, само понятие единства Вселенной, единство этих двух начал под третьим, которые две стороны чего-то большего, оно спрятано. То есть истину всегда прячут, а ложь разделят на две части, одну из которых называют истиной. Это лучший способ спрятать и лучший способ победить по принципу «разделяй и властвуй». Это элементарно. Это еще Ефимов говорил, это Петров говорил и так далее. Вот, кстати, рекомендую Ефимова, Петрова послушать. Как и не раннего Жданова, скажем так. Это сейчас он за уколы начал топить. Раньше его можно было слушать. И вот поэтому нужно чувствовать мир женщинам, а мужикам включать критическое мышление. Потому что нас разделяют. Потому что большинство техник, которые даются в... называемых эзотерики, ну, они просто дают техники. Они как бы не несут ответственности, и пока противостоять этому невозможно, они нам говорят, типа, чтобы пить, чтобы хорошо жить, нужно пить. А еда, питье, это вот в жилах у друга, у вашего соседа, у другого человека. Поэтому нужно пить кровь. Они просто умалчивают о том, что на самом деле можно пить и воду, хорошо себя чувствовать, и не нужно убивать ближнего своего, душить и прочее. Как сейчас вся идеология, вся банковская сфера этим пропитана, это идея жертвоприношения, идея паразитизма. Хорошо жить можно только за счет другого. Там и судный процент, это тоже паразитизм. И идея паразитизма, питья крови во всех религиях, жертвоприношения, убить кого-то, чтобы всем было хорошо. Во всех, подчеркиваю, религиях. Ну, немножко в синтоизме и в буддизме немножко другое. Там просто убегание от мира, давайте от всего избавимся. В общем, все религии, на мой взгляд, искажение истины. Искажение и увод в сторону. Опять же, ложь разделяется несколько частей, и одна из частей называется истиной. Старый добрый прием. Именно этим достигается разделение, разделяя власть, разделение прежде всего вот тут, и уже мы сами начинаем себя разрушать. Вот из этих ловушек врага, которые созданы в 19 веке, надо уходить прежде всего. Но кто виноват? Тот, кто дал эту технику, либо кто ее использует? Хороший вопрос, это, наверное, техника, это
вопрос, опять же, о пресловутой карме, о том, кто несет ответственность за свои действия. Очень много можно по этому поводу сказать. Так вот, разные каналы дают разные техники. Там, опять же, мы с Моной против таких техник. Любых ритуалов и любых коллективных техник. Но коллективные медитации там даже Гилео дает. Даже полынь дает ритуал. Даже рекомендует, говорит. Привораживать мужчин просто нужно. Мужчинам, мол, воздух. Их нужно приворожить, как бы заземлить. Тогда типа все будет хорошо. И ответственности никакой не будет, потому что это, мол, эгрегор делает. Эгрегор магии, а не мы. Все равно, что я вот возьму пистолет там, выстрелю в кого-то, скажу, ну это не я убил, это пистолет убил там. Или, ну, может быть, кто-то специально, может быть, кто-то искренне так думает, считает, я не знаю. Вот один блогер, скажем так, человек, неважно, с которым я даже общался, дал ритуал убийства модного заболевания. Черномагически, там черное зеркало, черная свеча и прочая хрень какая-то. Но это, по сути, ритуал проклятия. Но поскольку этого модного гриппа нет, вирус не выделен, то куда пойдет удар? Вот те, кто провел этот ритуал. По сути, они ударили по пустоте, по сути, по вселенной. А какой будет откат? Бумеранг вернется, карма. И кто виноват? Виноват ли тот, кто дал, рассказал про этот ритуал? Или все-таки ответственность на себе. Это вот сродни той ситуации, что сейчас люди, людям навязывают что-то, но они же подписывают бумажку, что добровольно участвуют в эксперименте. Кто виноват? Тот, кто создал условия, но это одно на самом деле. Но человек, я как бы подписал. Вот я сейчас работаю над тем, чтобы все-таки ответственность была на тех, кто вынудил. Потому что любая сделка под давлением, она может быть отмотана. Она недействительна изначально. Есть понятие в юриспруденции ничтожной сделки. Есть недействительная, а есть ничтожная. Так вот это вот и ничтожная, и недействительная одновременно. Вот в случае с таким вот советом немножко сложнее. Потому что это все воспринимается подсознательно. А подсознание отделить от сознания сложновато, потому что очень многое мы оставляем на действие подсознания, так называемое. Потому что если мы будем осознавать, анализировать каждое действие, не из мелких имеется в виду, то мы то как-то сороконожка встанем. Один раз можно осознать, дальше будет на автомате. К чему я говорю? Дыхание, сердцебиение – это все неосознаваемо. Это и взаимодействие подсознания. Как работает подсознание, как работают техники – это тоже, наверное, тема отдельного ролика будет. Больше посвященная технической части. Так вот, перевесить в этом плане кармическую ответственность на реальных заказчиков – они же тоже не дураки. Ну, на реального виновного. Это не так просто, но я работаю над этим. Так вот. Главное. А, еще можно вспомнить Зиланда с этим пространством вариантов. Там тоже очень много чего интересного, но главная ловушка его заключается в том, что получается мы пробиваем из всего пространства вариантов, берем тот, который нужен нам, и давим на него, то есть давим, ударяем по вселенной. Получится ли что-то? Вряд ли. На самом деле, не только мы выбираем варианты, но и варианты выбирают нас. Это что-то вроде неплохо подобное, как у Железной Хроники Амбера. Кстати, рекомендую почитать, там тоже много ловушек, но они уже видны всем разумным людям. У Железной многое, он хоть и масон, но он, опять же, говорит полуправду, но там есть неплохие вещи указаны. Там реально дана картина мира, дворы хаоса и двор порядка. Реально некоторые вещи даны работающие. Так вот, там лучше написано, как выбирать из пространства вариантов. Зиланд, шелест утренних звезд, лишь жалкая пародия на Железный в этом плане. Там действительно 9 карт, 9, ну там 9 первородных, я говорю, там еще 2 стоит над ним. То есть
Железно много чего знал и иносказательно показал. То есть можно почувствовать все, что он написал для желающих, для любителей. Так вот, нужно помнить, что не только как у Зиланда ты используешь силу, но и сила использует тебя. Поэтому я вот рекомендую не читать всякие шизотерические книжки, отказаться особенно от тех, которые в 90-х были. Это явные ловушки, просто жить чувствами, ощущениями своей интуиции здесь сейчас. И помнить, что Вселенная, она цельная, мы часть Вселенной. В Вселенной есть кон определенный, последовательность, кон. И, соответственно, при взаимодействии с ним мы получаем некую обратную связь. Некоторые называют это кармой. Так вот, чтобы ее меньше получать, нужно помнить, что не только мы используем силу, но и сила использует нас. И есть такая особенность, что чем больше мы помогаем Вселенной, делая что-то для других, как они думают, чтобы для них благо, тем больше мы помогаем себе, потому что Вселенная благодарит. Ну, блин, какие дела, такая благодарность иногда. Но удовольствие — это не всегда хорошо. То, что мы сейчас не испытываем удовольствие, это не значит, что то, что происходит, плохо. Плохо и удовольствие — это разные вещи. Это первое, что я хочу сказать. Второе, рекомендую всем стремиться к единству, а не позволять расщеплять всяким шизотерическим учениям и религиям свое сознание и не позволять создавать ситуацию, когда левая рука борется с правой. Ну и нужно помнить, что лучший вариант — это когда не ты используешь силу, а сила использует тебя. И когда ты служишь силе, то сила идет лучшим вариантом. Всегда. Вселенная всегда выбирает лучшее. И для себя, и для служителя. Пропусти силу через себя, и пропуская силу, исследуя воли Вселенной, скажем так, все пойдет наилучшим образом. Потому что Вселенная — это большой голографический квантовый компьютер. Он всегда выбирает лучший вариант. Поэтому, если ты насилуешь Вселенную, как завещал великий Зиланд, то, соответственно, и получишь. А если ты позволишь, скажем так, отказаться от своей воли, будешь следовать воле Вселенной, то Вселенная сделает лучше для тебя 150 или там, неважно, 108 раз. Важно другое. Важно то, что всегда будет лучший вариант. Если ты в меньшей степени используешь силу, а в большей позволяешь силе использовать тебя, то сила всегда тебя выведет на лучший вариант. И это будет лучшим, оптимальным решением. Так что не используй силу. Позволь силе использовать тебя. И Вселенная тебе поможет, воин. На этом, пожалуй, достаточно сегодня. Надеюсь, это было полезно. И помним, что грядет, что ничто не может отменить грядущее, ибо все грядущее будет оптимальным решением. Шторм грядет, и в этом шторме можно будет выжить, только используя силу, точнее, позволив силе использовать тебя, воин. Это всего лишь мое субъективное мнение. Насколько оно объективно, реально и истинно, сила покажет. И да пребудет с тобой сила, воин. Добра.